Ребята, всем привет. Как вы только что видели, меня развернула полиция. Не просто какая-то охранная фирма, а настоящая полиция. Я не смог проехать по своему любимому берегу Майна со своей любимой собакой. У нас сегодня воскресная прогулка. Я знал, что здесь что-то будет, но я все-таки хотел посмотреть, как это все происходит. Как вы уже видите, вот на той стороне, там стоит везде пожарная. Пожарная охрана, спасательные службы всякие. Там перекрыт берег Майна тоже полиции. Вон стоят машины, если отсюда можно будет увидеть. Не знаю. А в этой стороне вы уже сами видели, как меня развернули. Проезжая часть также перекрыта полицией. Мост – это последний, который открыт. А там пешеходный мост, как вы видите, закрыт. Ни одного человека по нему не ходит. И следующий мост закрыт. А, кстати, вот под следующим мостом, это самый тот мост, под которым нашли, как вы уже поняли из названия этого видео, ту самую бомбу. В районе нескольких километров близ ближайших домов, то есть вот эти все дома жилые, вот там вот жилые дома, там жилые дома, до 8 часов утра, сейчас уже 9, все жители должны были покинуть свои квартиры. Их предупредили через газеты, через телевидение и через листовки, конечно, которые забросили в почтовые ящики. И сейчас тем самым образом эти квартиры уже стоят пустые. Ездит полиция с громкоговорителями, предупреждают всех еще оставшихся в квартирах, что будут звонить. Будут вон там вот, тоже полиция закрыта в том месте, я думал позже. Что нельзя оставаться дома, что за это будет штраф. Том, зачем ты домогаешься до человека? Иди сюда. Иди сюда. Ну, а мне придется ехать в другую сторону. Ну, ничего страшного, там тоже есть на что посмотреть. Так что давайте прокатимся в другую сторону. Значит, в Германии это довольно-таки... Так, мы разворачиваемся. Том, частое явление. Сюда пошли. Что находят бомбы со времен Второй мировой войны. Это бомбы, которые не разрывались. В основном эти бомбы, конечно же, в крупных городах, потому что бомбили крупные города. Мелкие деревни никому не нужны были. Франкфурт бомбили также усердно очень, потому что здесь есть очень много разных фабрик. Химическая фабрика, кстати, на которой изготавливали газ для концентрационных лагерей, которым травили людей. Газ «Циклон Б», так называемый. Ну и британцы, и американцы, конечно, не упустили такой шанс. Немножечко здесь все... Ну как немножечко? Франкфурт, ребята, был практически полностью разбомблен, весь старый город. Все было разбомблено, всех этих старых домов не было. Каким-то чудом уцелела вот эта катедральная, которую вы видите. А так, если посмотреть вот черно-белые вот эти снимки военного времени, то практически здесь ничего нету. Это, конечно, по сравнению с тем, что фашисты сделали с советскими городами, ничего, и с населением. Это ерунда, но горе есть горе, и здесь тоже люди остались без квартир, без всего, и очень много людей умерло. Здесь тоже раскидывали так называемые брандбомбен, это фосфорные бомбы из бензина бомбы. Там загорались дома, люди живьем сгорали. Но опять же вернемся к нашей актуальной теме. Что сегодня вот у нас такое событие. Значит, тем людям, которым нужно покинуть свои дома, они могут, ну, естественно, у кого есть родственники, друзья, кто сам решил эту проблему, а у тех, у кого вот, ну, есть люди, которым реально некуда пойти, может быть, и они не обязаны тратить деньги свои там на что-то. Для них переоборудовывают школьные спортивные залы и всяческие клубы. И там они могут переночевать. Посидеть днем. Сегодня вот 8 часов утра это начинается все. Вот, кстати, катерок едет тоже. Вон там полиция с мигалкой. А это маленький, не знаю что. Тоже ребята какие-то из органов. Наверное. Позже, наверное, еще вертолет будет летать. Вот так вот. Так что, даже если кому-то некуда идти, то... Городская мэрия о вас позаботилась.
Бомба весит 200-250 килограмм. Нашли ее прямо посредине майна, прямо посредине канала, под одним мостом. Каким образом они ее нашли, я не знаю, почему там водолазы. Видимо, периодически они исследуют дно майна и сообщают о своих находках, потому что в основном такие бомбы находят на стройках, когда роют какие-то котлованы или где-то что-то копают. Вот это наша полиция. Катерок пошел в сторону. Тут у нас вот немножечко починили газончики, травку засеяли. Правда, сейчас заморозки. Из этих семян вряд ли что-то получится. А, это мой друг, привет. Сейчас я вам покажу. Они меня уже знают, вычисляют по собаке. Они ждут, пока я им угощение дам. На, дорогой. Лови. У меня есть собачьи лакомства, и они меня уже знают. Очень интеллигентные животные. Ворона это, не сорока, сороки поменьше, наверное, да? Это ворона. Ну, пока. Ну, я их периодически угощаю, и уже несколько лет это. И они меня знают. Все время поджидают. И потом попрошайничают. С Томом я проезжаю где-то около 5 километров. И таким медленным темпом. Потому что сейчас ему уже тяжело стало. Ну и решили они эту бомбу... Значит, они как-то обнаружили, что там есть еще, как это называется, цюндер, зажигатель сам, какой-то детонатор, вот, по-моему, там есть 2 детонатора, и один сработал, а другой не сработал. Почему-то бомба не взорвалась. Вот, значит, эти периодически бомбы находят, и вот на немецком это называется Blindgänger. Почему-то некоторые взрываются, а некоторые не взрывались. Ну, там, наверное, 1 на 1000 не взрывалась. И вот их постоянно находят. И если это посреди города где-то, то это сразу же эвакуация громадная. Том, не отставай, пошли. Нужно периодически оборачиваться, чтобы не потерять собаку. Все расцветает у нас. В принципе, уже все зеленое. Сейчас очень красиво все цветет. Многие растения и деревья. Проедем дальше, там будет очень красивая аллея. Ну и вот они обнаружили, что у этой бомбы, значит, детонатор один там работает, один не работает. И решили они эту бомбу не доставать, их взрывают обычно. Динамит подкладывают к ним рядом, и на месте производится взрыв. Чем-то накрывают, засыпают и потом взрывают. В данном случае... У нас бомба лежит прямо посредине, они сказали, майна. Там есть как бы такой лобок. И в этом лобке там как бы корыца такое посредине. Она лежит, и решили они ее взорвать прямо так, на месте там, с детонатором. Ну и к 2-3 часам дня... Людям можно будет возвращаться в свои квартиры. Тут я вам сейчас покажу интересную вещь. Кстати, вот тут вот есть клуб. Вот тут вот спускаются они. А вот там вот здание вот этого клуба по гребле, так сказать. И вот здесь я когда-то здесь тоже занимался. Потому что я совсем недалеко отсюда ходил в школу. И мы сюда ходили заниматься греблей в теплое время года. И вот, значит, по этой вот конструкции, тут вот идет команда, там идет команда, и они сносят вот так вот лодки. Я сейчас тут проеду. Каскадерский номер. Сейчас будем делать, ребята.
О, бутылка плавает чья-то. И вот так вот они сносят и здесь спускают шлюпки на свои байдарки на воду. Ну, а мы с вами поедем дальше. Пошли, вон там тоже кто-то гуляет с собакой на поводке. На поводке на велосипеде. А мы без поводка. Сейчас будет бесиловка собачья. Может и нет. Morgen. Hallo, hallo. Ich habe keine Angst, alles gut. Alles gut. Hund ist Hund. Kein Problem. А, тоже мальчик, собачка. Чао, чао, Эмзо. Auf Tommy. Некоторые беспокоятся, там, что собака подбежит и испачкает одежду. Я считаю, если подбежала собака, то уже должно человек рассчитывать, что там, уже ругаться или еще что-то. В таких местах, как здесь или там в лесу, иногда бывают собачки бегают без поводка. Есть люди скандальные. О-о-о. Сопля собачья им испортит настроение, там уже такая драма. А вот тут, сейчас я вам покажу, плывет лодочка по майну, уже пожарная охрана, катерок. Вот так они выглядят. Это катер пожарной охраны. Тут мы уже примерно от того места, где бомбу эту нашли, находимся где-то отсюда 4 километра. И они уже здесь даже. Что-то крутятся, что-то выискивают. Тут у нас просто красивейшее дерево. Не знаю, что это такое. Вишня не вишня, черешня не черешня. Ну просто красота. Смотрите, сейчас мы доедем, впереди будет целая аллея таких деревьев. Цветущих. Давай побыстрее там, пошли. Ну, давай. Вот это здание тоже байдарочный клуб, вот это слева. Сколько мы сейчас едем? 20 километров в час. Для Тома это уже предел. Вот там пожарная охрана, вообще большая лодка уже плывет. Вот мы приехали в эту аллею, которую я хотел показать. Вот. Очень красиво. Вчера солнце светило сюда. Прямо на эти деревья. Было еще красивее. А там у нас пожарный катер идет. Большой. О, красавец какой. Эти, кстати, квартиры, вот эти дома, вы видите, за катером, там квартиры по 500 000 трехкомнатные стоят. Ничего особенного, просто вот место центральное в городе, то, что на Майне, вот. Очень дорого стало жилье в больших городах Германии, Западной Германии особенно. Вот такой красавец у нас есть здесь. Несколько пушек у него там, вот 4 пушки вижу минимум. 20 метров в длину он, 6,40 в ширину, 29 в длину. Красавчик. Так, ну что, красавчик, давай еще до спуска, до нашего, и потом обратно поедем. Красота. Вчера еще, сейчас на середину апреля, вчера шел снег с утра.
И вот эти деревья подсвечивались солнцем, вот как вот там вот чуть-чуть веточки. И шел снег, и белые эти цветы. Вообще красота была. Но с понедельника, со вторника уже обещают потепление. Под конец. До конца апреля я сейчас посмотрел диаграмму. Во Франкфурте будет днем до 28. Ребята, я думал, что я... Я не поверил своим глазам. Спасибо вам, ребята, большое за просмотр. Обязательно подпишитесь, кто не подписан на мой канал. Обязательно поставьте лайк. Большое вам спасибо за то, что вы ставите ваши лайки. И в особенности тоже особенная благодарность тем, кто оставляет комментарии. Все те, кто оставляют комментарии, естественно же, я посещаю ваши каналы и отвечаю тем же самым, потому что это не только приятно, это развивает канал, это развивает ваши видосы. Ну и мы, конечно же, общаемся. Еще раз спасибо за просмотр. Всего вам хорошего. До новых встреч. С вами был Стас из города Франкфурта, страна Германия. Ну и, конечно же, Том. Да, Том? Пока-пока. Ну, а мы чуть-чуть еще поездим. После этой великолепной прогулки я вернулся домой. Мы сели завтракать и совсем уже забыли, что у нас во Франкфурте разминируют бомбу. И приблизительно через час после этой прогулки, это было 11 часов утра, я уже встал из-за стола, мои девочки еще кушали. Я как раз входил в комнату. Первое, что я почувствовал, это просто ходуном пошел пол в квартире. Потом раздался звон посуды, и даже приоткрылись шкаф, двери серванта, зазвенела посуда, и мы поняли, что в этот момент взорвали эту бомбу. Ребята, это было как землетрясение, потому что я в своей жизни уже ощущал землетрясение, и это было очень неприятно. Бомбу взорвали на глубине 10 метров под водой, и высотой фонтан был... Тоже струя около 10 метров высоты, потом мы видели в газете фотографии, снимки. Около 1000 голов рыб погибло, несмотря на то, что их там маленькими взрывчатками пугали от этого места. Ну и остается сказать, что наслаждайтесь все, во всяком случае, все те, кто сейчас смотрит это видео из тех мест, где нет войны, и кто не знает, что это такое. Наслаждайтесь нашим мирным временем и цените, что у вас есть. Представляете, такая бомба взрывается не под водой, а над водой. То есть над землей или на земле, в том месте, где живете вы или ваши близкие. Это, конечно, ужас. Всем еще раз всего хорошего и до новых встреч. С вами был Стас и Том. Всего-всего. Пока-пока, до новых встреч.